«Палитра дней» – так называется персональная выставка димитровградского художника Игоря Гашева. Она украсила стены детского музейного центра «Аркадия» при музее Аркадия Александровича Пластова. Ну, на самом деле, почему так? Потому что я сейчас вот живу, и вот мое ощущение вот такое. И вот дни, которые протекают, и через палитру передается все мое ощущение. Именно настоящий момент. Вот это и есть. Выставка приурочена к юбилею живописца. 30 июля Игорь Анатольевич отметил 70-летие. Он родился в селе Малая Кандала Старомаинского района. Потом всю жизнь прожил в Димитровграде, где около 25 лет являлся директором детской художественной школы. Под его руководством школа стала одной из лучших в Ульяновской области. Это подтверждают многочисленные победы воспитанников школы в конкурсах всероссийского и международного уровней. Сейчас Игорь Анатольевич ушел с руководящей должности и работает в родной школе преподавателем. Если бы не было Преслонихи, не было бы Корсуна, то, может быть, и не состоялась бы эта выставка. Потому что вот Преслониха и Корсун – это такие двигатели мощные, творческие, что сразу ощущается, что вот побывал в Преслонихе, писать захотелось. Экспозиция открылась в стенах музея Аркадия Пластова не случайно. На выставке можно увидеть много работ, выполненных на родине Пластова в Преслонихе и Корсуне. Если посмотреть на эту выставку, вы, наверное, увидите и поразит вас то, что здесь огромная энергетика, огромная отдача и большая цветоотдача на зрителя. Вот это вот вдохновляет, это заражает, и вот у него есть свое видение окружающего. Герои портретов Игоря Гашева – близкие друзья, с доверием смотрят с полотен на зрителя. Своим характером наделяются не только люди, но и домашние животные, которых с интересом изображает Гашев на своих работах. Вот хитрый кот и любопытный козел, гордый петух, осторожная корова. На многих картинах Гашева пейзажи. Каждый момент жизни художник погружает в свою цветовую палитру, наделяя его яркими красками и преображая будни в праздник. Выставка будет работать до 10 сентября. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.